Мешает реклама, нажмите крест. Привет, с вами Антон, на канале Антон Фриланс. Сегодня хочу вам рассказать о работе в Таиланде, в Бангкоке. Вот, меня также выбрали на массовку. Сегодня съемки проходят в университете. Пока никто не знает, что у нас будет, но мы скоро узнаем. Вот, это университет в Бангкоке. Сейчас я вам покажу подробнее. За массовку нам сегодня платят 2000 бат. Это где-то 4000 рублей. Вот, в принципе, мы собрались в 10 часов дня, это не так рано. Вот, и если мы закончим часиков 5, то, в принципе, работы будет немного. Вот, ну, посмотрим. Сейчас я вам покажу университет. Все, до связи. Вот такой университет. Большое очень здание, здесь много корпусов. Вот здесь у них столовая. Вот, называется Бангкок университет. Креатив университет. Вот такая вот у них школьная форма. Белая рубашка, черная юбка. У молодых людей тоже белая рубашка, темные брюки или джинсы. Достаточно такой большой современный университет в Бангкоке. Вот здесь еще красиво. Вот такой большой мишка, панда. สวัสดีครับ Да, хороший такой университет, интересный. Панда, это оказывается внутри лестница на второй этаж. Интересно. Thank you.
сегодня будем играть в доктора, съемки доктора. Здесь у нас кормить будут. Это у них обязательно завтраки. Вот на экстре такая у нас съемка. Снимается ролик для Нутрика. Это такая полезная штучка. Вот. Take a body call. Take a body high.